Герман, Белоруссия, чемпионка Европы среди юниоров. Вот вы, пожалуйста, посмотрите, в прошлом году блестяще она выиграла чемпионат мира. Элин Вестерлунд, Швеция, Анне Загри. Была чемпионкой Польши в беге на 800 метров за мячом. В прошлом году, выиграв чемпионат мира среди юниоров, 12.85, рекорд Европы среди юниоров. Ну и что, долго как второй выстрел прозвучал, пробежали уже два барьера практически. Пожалуйста, сюда. Финскую, не согласна. Финскую балеристку. Загры подойдут сейчас. А Загры продолжает, между прочим, дали только одной спортсменке красную карту. Ага. Только финки дали. У нее 96. Ну что ж. Так, нет, опять, нет, нет, опять, нет. Тут был тоже явный фальстарт. Уже, на мой взгляд, был явный фальстарт. Вот девчонкам, да? Это была представительница Швеции. Вот мне вот подсказывают дудки. У Бендрат австрийки 0.077. Ну, видите, раз они дисквалифицируют только у кого первый фальстарт, пришли к другой. Ну, австрийки, вон Бендрат-то было тоже 0.077. А вот то это 0.45. Ну, и да. Обеих дисквалифицировали. Обеих дисквалифицировали. Но то, здесь что они должны были сделать и в первый раз, но Загры они оставили. Посмотрите. Ну, да. То есть какова логика? Да, вот честно говоря.